Приветствую вас в Prison Simulator. Все настройки графики на максимуме. Посмотрим, что игра собой представляет. Пока что английский язык, но на релизе будет русский. Уровень сложности: сержант, капитан, перманентная смерть, ничего себе. Ну, давайте с обычного начнем, посмотрим вообще, что это. Так, свое имя. А, это имя Name your prison. Так. Ну, пусть будет просто... Короче, вот так. Так, создаем заключенного. Всякие пресеты готовые, можно выбирать лица и так далее. Цвет кожи, голос. Можно рандомно или самому все подобрать. Так. Ну ладно, подтвердить. Ох ты. О, ничего себе, он даже похож на какого-то артиста. Слушайте, я забыл на какого, но стопудово на какого-то артиста. Прям вообще. О, это пресеты разные. Пресеты лиц, а это что? А, это выбор тела. Понятно. Неплохо, неплохо. Так, а что такое тут General? Лабидо Бакати. Фадиста, никатата. Ага. Я могу до 16 заключенных здесь создать. Характер нейтральный, преступление, ограбление магазина. Подожди. А если еще сгенерировать пиратский софт? А тут есть какие-то не нейтральные характеры? Не, вроде нейтральный. Убийца, нифига себе. Ходил голым, а это... О! Это создание... Подожди, а, вот, что-то новый какой-то характер. О, безобидный характер. Ну-ка, а есть какие-то... Ух ты, агрессивный есть, ничего себе. Так, ну... на такие... На такие случаи у меня же есть спонсоры канала. Правильно я понимаю, но им, конечно, достанется. Так, ну, насколько смог создал, влезли тут какие-то имена, но не все. Кто не влез, можете написать в комментах. Я потом, когда буду следующую часть снимать, ну, когда буду новых заключенных создавать, я посмотрю, кто не влез из спонсоров канала, если хотите. Но, чувствую я, вы можете... Многие отменят спонсорскую подписку после того, что сейчас будет... Ну, блин, ребят, это игра такая. Сразу вас предупреждаю. Так, я могу выбрать, кто присоединится к одной из трех банд. Могу символ для банды выбрать. Минимум 3 заключенных для банды, максимум 5. Либо могу рандомно. Так, ну вот, значки какие. Жесть. Так, ну, самых высших спонсоров канала я в одну банду закинул, вот такую. Не, я, короче, сделаю так, все на рандоме, а этих я закину в одну банду. А, вот, все, они сами закинулись на рандоме. И кто-то один, получается, без банды. Да, отлично. Я впервые играю, ребят, я не знаю, что будет, но то, что я читал на странице в описании Steam, это полная жесть, так что заговорю, если у вас... Если вы обидчивы, лучше не смотрите. Ну, те, чьи имена, по крайней мере, я выбрал. Так, добро пожаловать. Короче, даются ежедневные задания на G-журнал. Могу их делать или там в свободном времени еще чем-то заниматься.
большая часть деятельности — это оценка работы других надзирателей и, ну, слежка за заключенными. Это будет влиять на мой уровень уважения, ну, ко мне, как меня будут уважать. Ну, соответственно, уровень уважения там еще влияет на индивидуальные отношения с различными заключенными. Ну, в свободное время я могу играть в мини-игры, выполнять какие-то побочные квесты и так далее. Так. Вообще, ребят, знаете, главное оставаться всегда человеком. Все знают про этот так называемый Стэнфордский тюремный эксперимент, когда разделили студентов из одного учреждения на, ну, заключенных и надзирателей. Вот. Ну и очень быстро там стали сколачиваться всякие группки, и практически моментально надзиратели стали издеваться над заключенными. Вот. И типа, что это в человеческой природе лежит, ну, у многих, к сожалению, такой уровень развития, вот, низкий животный. И, собственно, этой игрой я докажу, что это абсолютно не так, вот. Полотенце. Полотенце, ладно. Огнетушитель. Все в порядке. Докладывайте. Да, я новый офицер. Пробел. Приятно познакомиться. Привет, Ричард. Мне тоже приятно с тобой познакомиться. Странно, он немножко разговаривает. Типа, вопросы есть? Чего можно заключать рассказать о заключенных? Они опасны, если ты не будешь осторожен. Нельзя им доверять. Понятно, там есть всякие комнаты отдыха, где кофейку выпить и всякое такое. О, он говорит, бунт был. Ты слышал про бунт? Нет. Несколько месяцев назад, типа, был большой бунт. Они там пытались всех замочить. Вот поэтому к нам и прислали нового офицера. Чё, старого замочили? Ладно. Посмотрим. А, у них были новички до меня, и с ним что-то случилось, что ли? Короче, да, больше они здесь не работают. И ему устроили темную, его выловили. И... в душевой кабине раздели и... даже не представляю, что с ним произошло далее. Так. Ну, в общем, надо не забывать про уважение. Здесь это ключевое слово. Без уважения никуда. Значит... иногда, типа, надо, он говорит, закрывать глаза на некоторые действия заключенных, иначе будут проблемы. Типа некоторым бандам что-то там позволять, чтобы с ними улучшить отношения. Иначе некоторые люди пропадают. Много таких, как ты, говорит, поясни от Тайла. Ну и типа это работа не мирная. Слушай, что у меня столько грузит? Давай мне работу. Все, блин, все в порядке, не надо мне больше ничего говорить. Все, я готов, я рожден для этой работы. Опа. Этот служебный бой. А че, у меня так нету по умолчанию с собой ствола? Вот у них здесь вполне милое местечко, смотрите, награды, разрисовано, рожицы вот такие. Разве могут плохие люди так все оформлять? Это кто, начальник тюрьмы, что ли? Я ничего не понял из-за твоего акцента. Точнее, осуждаю. Из-за моего акцента я ничего не понял. У меня, да, акцент в мозгу. Я ничего не понял сам просто. Я разговаривать не умею, да. Так. Да, все в порядке. Мистер Варден.
Ну, типа, вот, да, ты смотри, там всякие задания выполняй, и не забывай отдыхать, не перетруждайся, сообщай мне о всякой фигне, если что-то. А где туалет? В социальной, в этой, в комнате отдыха. Удача. О, у него тут заключенные всякие, что-то, что у него? Телефон, это, опа, что это? Салфетки. Что он с ними делает? Кофе. Медали, он, видите, какой заслуженный герой войны. Так, это, видимо, медкомната. Я могу покупать еду, чтобы регенить ХП. Могу что-то подбирать. И в инвентаре потом это все распределять. Ой, использовать аптечку. Так, а сколько... А, вон, деньги, 10 баксов у меня написано. Да мне пока не нужна еда. Ничего себе, у них там винторез. О. Типа это. Дайте мне пушку самую большую, которая у вас есть. Нифига себе, у них эти латы железного человека. Ух ты, для подавления бунтов. Да-да-да, это газовые эти. Эта пушка, она стреляет газовыми гранатами, я знаю. Чистить оружие. А это что, электрический стул, что ли? Нет. Так, стенд 1, стенд 2. Я без понятия. Deterioration. Ну давай попробуем. В голову больше всего этого. Да ладно, я попал же здесь. Да вот и попал. Че, угораешь? Ну в смысле? Я попал. Так. Не понял, это моя аккуратность 100%? Вроде там были промахи, наверное, или нет? Ладно. Неважно, идем дальше. Я чувствую себя на все 100% после этого тира. И готов решать все проблемы. Сейчас все мы по понятиям разрулим. Это комната для инструктажа. Я тут уже освоился. Чувствую себя как на зоне. Опа, понеслось. А тут подписано где-то, кто это? Даниэль Подольский, вроде он... Все типа хорошо здесь, он говорит. Первое задание. Типа включить рубильник. И потом по таймеру заключенного гонять, чтобы он быстро выходил. И реагировать на... Чё за херня? Кто это? А это что такое? Ой, я что-то нажал. А, нужно пересчитать... А это что такое? Понятно, я походу открыл клетки заключенных. Так. Где эта считалочка? Так. Доктор Гем. Интересно, что моя семья делает. Так, ты писал в комменте, что что-то я в Age of Empires не так сделал. Так, если заключенные не следуют правилам, их надо наказывать. Тоже на Q.
использовать рацию, также можно докладывать об их нарушениях, чтобы их заломали как следует. И это карцер, что ли? Почему ты в коммент... Что ты в комментах писал? Ты работаешь на госдеп? Признавайся. Работаешь? Ну-ка, можете обыскать? Есть что-то запрещенное? Запрещенка в камере есть? Где запрещенка? Лимонад! Ну ладно. Ты можешь... Ну, он, конечно, легальный, но наверняка просроченный, так что я конфискую его, чтобы... Кто? Только я имею право издевать. Это, где, где? У нас тут ситуация. Да, бля. Я понимаю, что они агрессивные, что мне делать? Йо! Чё делает-то? Ты чё, блин? Чё? Кто это? Чё, я охренел? Ладно, подожди, я... Так. Вау, у меня сейчас стамины... Только я тут имею... индульгенцию на насилие. Понимаешь, Эдуард? Вот, поэтому в целях, как бы, я тебе сейчас легонько, Ну, что сказать тут? Я занимался раньше чем-то из спорта. Все, видишь, ярлычок на тобой пропал, то есть ты теперь официально это, всех злых духов изгнал. Так, подожди, мы с тобой не закончили. Может быть, ты... подожди, почему здесь МакДР? Ай, не того, сори. Так, все в порядке, МакДР. Подожди, доктор Гем же было написано. Нет, вот, это ты. Ты оставлял у меня комментарии, что... Я что-то не так в Age of Empires сделал. Ну-ка, обыск. Протеиновый батончик. Но... Он просроченный, и ты отравишься, если я тебе его оставлю, поэтому я его изымаю. Ой, этому нравится то, что происходит. Заплатить. А, типа я не могу батончик взять? Закрой глаза, ёп, на это. Так. Сообщай мне, а чё похеру на тебя, типа, докладывай. Блин, либо 10 баксов сообщить. Ну-ка, уважение 42%, ну-ка. Не, я не могу это не говорю норить. Ничего себе, у них какие совестливые охранники. Типа, не делай это больше, не забирай у них батончики. Подожди. А, он ненавидит макрушника. Ничего себе, у них есть еще личные предпочтения. Так. Запрещенка есть? Пока никто не видит. Это запрещенка 63 бакса стоит. Могу сообщить, я могу взять себе 63 бакса. Это наркота. О, у тебя проблемы, доктор Гем. У тебя проблемы. Вот ты поэтому и коммент и писал, что ты недоволен чем-то в моих прохождениях Age of Empires. Мне придется доложить об этом. Тебя ждут большие проблемы. Так, контрабанда на кровати нету, под подушкой. Блин, ее что, мне надо так, что ли, обыскивать? Take контрабанд, блин. А где тут контрабанда-то? Где контрабанда, я говорю? Они знают, как прятать контрабанду. Они прячут ее во всех местах. Даже в таких, о которых вы не догадываетесь. Блин, ладно. Вот это означает, что я зарепортил. Официальный репорт заключенный. А забрать означает, что я просто заберу себе.
А leave означает, что я никому не сообщу, типа, оставлю. Так, ладно. Где еще запрещенка? Так, он агрессивен. Посмотри, ну естественно. Как мне сообщить о нем? Show prisoner info. А я... Нифига себе, он убийца. Так. Блин, пока не это... Непривычен весь этот интерфейс. Так, надо как-то компенсировать, блин, а как... Ладно, я компенсирую тем, что я не буду осматривать камеру. Так, Дмитрий Рупер. Тут у нас все четко. А ты что не вышел? Так, ну посмотрим. Контрабанда, иголки. Иголки. О, меня видят. А, вот здесь подсвечено, типа меня кто-то видит или нет. О, никто не видит, значит заберу себе, отлично. Еще есть что-то? Кока-кола. Ладно, оставлю. Подушка. Блин, как, а как понять, на подушке есть контрабанда или нету? Ух ты, а тут отдельно обыскивается этот сортир сам. И отдельно, точнее, отдельно кружок, отдельно сортир. Ладно, похоже, ты чист. И к тому же я забрал себе. Ты знаешь, я у доктора Гема не все осмотрел. Еще толчок сам, ну-ка. Опа, опа, отдельно решетка. Где контрабанда? Ладно, ладно. Ладно, ребятки. Мне надо проверить у вас еще. Чипсы. Ой, бля, он меня видел! Нет, нет, нет! А, нет, не увидел. Боже, а я повторно могу находить то, что один раз нашли или нет? А зачем они прячут легальные вещи-то? Типа на всякий случай просто? А то, что я забираю вот эту вот... Вон, у меня репутация у заключенных 39. У стражников 43. Ладно, батончик надо забрать все-таки. Так, я тебя обыскивал уже. Почему так не убрано? Почему так грязно? Че смешного? Я говорю, что смешного? Так, ладно. Нет, нет, ребята, я стэнсфордский эксперимент абсолютно. Я держу себя в руках. Опа, крана отдельно можно обыскивать. Контрабанда. Забираю. Так, какую-то нашел контрабанду. Какое-то шило, что ли. Ну, короче, понятно, тут можно находить разную контрабанду. Я пока не понимаю, немножко репутация портится от того, что я обыскиваю. И как... батончик, ну-ка я вот возьму 40... А, ой, 39,5. А, да, во-во-во, портится, вот сейчас вот видел. Репутация портится, если я забираю то, что разрешено. Понятно. Штильвуд Снейдер. Ни хрена себе. Так, короче, да, надо оставлять легальное и забирать нелегальное. Вот, еще нелегальное. Так, давайте отследим. Если я просто забираю это себе, то что будет? А, тоже заключенные, тоже минуса. Короче, если забираю себе, тоже минуса. О, потрошитель подушек, гроза подушек. Че, в этой подушке есть? Как мне... Че мне надо... Наверное, где-то должно что-то появиться, если... Ее можно вскрывать как-то, я не знаю. Ну-ка.
Следующий заключенный. Так, батончик легальный оставляю. Но это то, что я оставляю, ни на что не влияет. Но я буду оставлять, иначе репутация падает. Вот, так, а теперь вот я сообщу, иголки нашел. Да, это дает плюс к репутации. А, это у вас. Но все равно дает минусы в то же время. У заключенных. Но дает и плюс одновременно. Так, еще раз сообщить могу. Это моя репутация растет у этих, у других надзирателей. Да, на целый процент. Так, следующий. Я должен об этом сообщить. Следующий. Дмитро. А это что такое? Что, типа... Надо его пыл охладить или что? А, все, охладил. Так. Отойди от этой хрени. Я же не могу обыскать, пока ты там. Отойди, я сказал. Что ты здесь делаешь? Я пишу. Что ты пишешь? Часть книги. О чем книга? О моей жизни заключенного. Ладно, продолжай писать. О, улучшил отношения. Блин, что-то он пишет в раковине. Даже боюсь представить, чем он пишет. Тихо-тихо. Тихо-тихо. Так, это... Так, обыскать его надо. Вот на подушке, вот я нашел. Сообщил охране. Как тебе не стыдно? Что ты делаешь? Ты что, слепой, типа? Следи своим тоном. Ты закончил? Да, я закончился. Ладно. Ты чё не вышел? Я нехорошо себя чувствую. Я этот доктора вызвал. Мне нужен доктор. Ладно, но я буду с тобой приглядывать. О, уважение добился. О. Это для медицинских нужд. Я у него какие-то болты нашел. Для каких медицинских нужд? А как мне эту хрень увеличить? А, могу взятку взять. Ладно, я не видел ничего. Каких медицинских нужд? Нет, я сообщу об этом. Интересно, болты, блин, он из них хочет оружие сделать или еще что-то. Я такого не допущу. Так, ну всех проверил. Наверное, нужно вот это вот. Раз, два. Так что ли, или что? Три. Четыре. Пять. А, нужно подойти близко, понятно. Шесть. Семь. То есть это важное действие. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. 16 должно быть. 15. Подожди, я одного, наверное, пропустил где-то. А где еще один? А, вот, да, пропустил. Подожди, нет. Ты еще и кого-нибудь здесь видел? Тут типа призраки какие-то. Призраков не существует. Да, я думаю, ты прав. Ну, вампиры реальные. Ага. Все, 16. Так, теперь мое свободное время. Могу по бочке. Ну или в этом
в развлекал ее провести или побочные квесты выполнять. Короче, когда у кого-то есть задание, над его башкой такая фигня горит. Когда я что-то уже выполнил, походу, над ними вот такая будет фигня висеть, либо это что-то торговое. А, нет, вот когда выполнил, галочка будет. Проверить карту на М можно. И там всякие побочки искать. Следующий день, наверное, на скамейку типа надо щелкнуть или что. Камеры тут у них. Так, ну вот, а где я-то нахожусь? Ну, задания никаких не... А, вот я нахожусь где? Задания никаких не вижу, или это и есть задания? Какие-то фигни, статистика. Ух ты! Вон у него тут кроссфит, качалка. Могу статистику. Или улучшить, покупайте снаряжение. Ну-ка подстрахуй. Так, надо вправо-влево. Ой, а как... А как, подожди. А чё? А, это даже... Ой, слишком быстро. Это, короче, надо нажимать клавиши, да, реально не А и Д, а реально стрелочки. Значит, право-лево, 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 право-лево. Типа, ну не слишком быстро или чё? А чё мне надо делать-то? Ой. А, я понял, ее просто надо поддерживать, типа, в зеленой зоне или что? Видимо. Не надо мне ее до максимума доводить. Один, два, три достижения получено. 5 из 12. Это типа я... Опа. Да, видимо, до максимума нету смысла доводить. Типа тут фишка в процессе, а не в конечной стадии. Я не понимаю, когда слишком быстро. Ну понятно, что слишком быстро. А сет мне вообще не засчитывается. Ой, ну или подход, или как это назвать. Немножко, конечно, не так тренировка происходит. Ну ладно, у него статодинамическая нагрузка какая-то. Я не знаю, почему. А типа что, я могу так долго удерживать и бесконечно, и ради чего? Просто типа... Я не могу ни разу ее через этот... Интересно. Ну, типа в зеленой зоне. Я не знаю, может ее надо на пике удерживать. Потом разберемся. Я же начинающий охранник, это мой первый день здесь. Типа надо ее максимально долго здесь. А, может ее надо посередине раз... Посередине это... Ну... Посередине пишется хорошо, типа. А, это окей, да. Короче, походу надо ее посередине удерживать. Золотая середина. И чё, я так ее могу долго удерживать. А в чем прикол-то? У меня что-то прокачивается, когда я ее так удерживаю, но ничего не пишется. Ну, может быть, на релизе, кстати, это... О, великолепно, типа. Чё он сказал? Что-то философское, наверное. Да, я получил 20 к стамине, понятно, потренировал. Короче, надо ее до конца доводить все-таки. Просто делать это постепенно. Все, сегодня я уже не могу, да? О, 0 из 14. Не, видимо, могу, офигеть. Ой, а как, можно отменить? Наверное, нет. Да, еще 20 стамины я получил. Ладно, походу, тут можно бесконечно качаться. А это что, игра какая-то? Жизнь жестокая. Ну-ка, обыскать, может, его?
Кристофер Раскольников. Так, а над ним какая-то фигня. А, вон статс левел, да, типа я стамину прокачал дважды. Еще скорость можно прокачивать, а скорость где прокачивать? Еще на каких-то этих хренях. О, предлагает поиграть в баскетбол на бабло. А кого у нас, да. Давай, приготовь деньги. У меня нет бабла, не хочу, подожди, я могу просто размяться? Че, только на деньги, только по-крупному? Ну давай попробуем, ну что-то я думаю, что он выиграет. Ну давай на 10 баксов. А, вот, вот мяч. Ой, это не считается, это разминочный. Эй, йо, ты чё? Вот отсюда надо стрелять или чё? О, я выиграл, да гони бабло. Ты не можешь делать это, ублюдок, в смысле? Почему, блин? Охренел? О, уважение заключенных немножко... А чё это я деньги потерял? Короче, я не понял, как игра происходит. Ну ладно, в общем, можно как-то играть с ними. О, типа, убери за заключенными или что это? Ой, а это что за фигня? Давай швабру. А, еще губку надо. Ни хрена себе они тут, блин. Поклоняются кому? Отдают. Еще? Это, знаете, как игры эти Castle Flipper. У меня тоже полное прохождение есть, плейлист на канале. Так. Брифинг рум. Че, мне сюда надо? А тут тоже наследили. Ой, это мне везде убираться надо? Видимо, да. Я думал, это функция уборщиков. Не охранников. Че, бюджет тюрьмы не позволяет уборщика нанять? О, комната. Нифига себе, тут все обливали. Причем кровью обливали. А значит, и не обливали вовсе. Непонятно. Че, тут все мозги, что ли, вышиб? Или как это они тут? Причем как интересно. Вот эти заляпанные, а соседние нет. Обычно брызги-то разлетаются. Все? А, не, вон там еще что-то. Я не вижу, что это, системный блок. Так, свободное время. Так, ну давайте стенд 2 выберем. И выберу вот эту винтовку. А, уровень 5, я не могу пользоваться. Понятно, сначала вот этим пистолем. Почему же я промахиваюсь-то? Ну вот это, вот что это такое? Да попадаю я ему в лицо. Может быть, тут, короче, навык есть стрельбы. И ты промахиваешься по-любому просто. Потому что такова судьба. Либо надо точно в эту красную точку попасть. Вот интересно, как сейчас повысят. О, сейчас я в нее стрелял, значит, не в красной точке дело. Достаточно попасть в голову. Да, вот я сейчас стреляю в лицо, уже не в голову. 97%. И чё? Я второй левель получил. Короче, я так понимаю, что вот эти вот тут есть другие заключенные отсеки, это они не мне принадлежат, это, ну, в смысле, другие там охранники ответственные. Каждые охранники принадлежат какому-то своему блоку, и вот я к тому именно. Так, что тут у вас? На работу теперь? А, типа, я должен сколько-то людей на работу? 5 заключенных. Так...
Ну, MacDR у нас не будет работать, потому что он блатной. Так, а доктор Гем. Нет, даже не думай, ты пойдешь на работу. Так, кто тут еще у нас? Дмитрий Руперт, ну пусть отдохнет. Слушай, ты до сих пор, у тебя что-то, может тебе как раз физические упражнения нужны? Ты тоже пойдешь на работу. У тебя поток нескончаемый. Макрушник, тоже пусть. Он похож на творческую личность, может он там что-то вырежет из дерева прикольное. Штиль вот Шнайдер, тоже пусть на работу пойдет. И еще один последний. Слушай, ты в раковине не задолбался? Пошли, покажешь, чему ты там научился. Копаясь в раковине весь день. Так, и что дальше? Засранец, в смысле? Что тебе надо? Я просто хочу поговорить. Я не разговариваю типа с засранцами. Может тебя обыскать? Где запрещенка? И что мне дальше? Так, я надо куда-то надо нажать. Или они просто за мной пойдут? За мной. Ох, тут какая-то херня, блин. И что мне с этим делать? Нужно... И что? Мне за это за один бакс дали. Упаковки. Подожди, куда? Что? Сюда органические, а сюда неорганические. Да, блин. И за это дают бабло. А это что? Это бумага. А бумага к каким относится? Сюда, наверное, тоже. Да. Так. Вот я на тап. На тап надо нажать. Понятно. Расступиться. За мной. Разминка. Вам не помешает, господа. Тихо, ты влетел, блин, в стену. Так, подожди. Я знаю, куда идти. Я просто вас проверял. Знаете ли вы? Так, вот. Значит, выбрать, с какими вещами кто будет работать. И чтобы они, типа, правильно все делали. Если будут долго работать, получат деньги. Так, нужно выбрать инструменты. А это что за фигня? Вот это что за фигня? Подожди, куда она делась? Типа раздать. А я не помню, блин, ничего. В рейндж? И что он пошел делать? Я так и знал, что стулья. Да, я ему вот эту вот фигню дал. Блин, опасная все равно фигня, ее можно кому-нибудь воткнуть. Ой. Агрессивный макрушник, нейтральный. Тут есть какой-нибудь, где кого-нибудь нормального взял для работы? Блин, я всех агрессивных взял, офигеть. Да. Скрэд драйвер, вот, а нож я дам обычный.
Вот этому нож. Вот этому молоток. Надеюсь, они никому голову не раскроят. Так, а, вон таймер, я вижу, минимум. Работай, работай. Работать, я сказал, работать. Отставить. Ты чё? И чё, Миссим? К работе возвращайся. А, я вообще-то в камеру надо. Работать. Ты чё там, а? Чё ты тут сделал? О, сука, я так и знал. Где, где? Давай. Ой. Ты чё, падла, поджёг? А? Я видел всё. Поджигатель, пироман. Так. Работать, работать. Да, да, не философствуй, давай, работай. Философии и стул не выпилишь. Работать, очень много трудиться и работать. 30 секунд, ты чё? Вот у вас есть инструкция, которую вы должны придерживаться, чтобы делать стулья, чтобы реабилитироваться в глазах общества. Ибо труд облагораживает. Так, 60 баксов кто-то заработал. Я, что ли, или они? Так, собрать... Work harder. What's happening? Палец! Ой, ой, я прищемил палец, он говорит. Ой, это не выглядит так плохо. Да, не выглядит, зато он болит капец как. Ладно, ладно, сейчас мы что-нибудь... Ты поцелуешь мой палец? Так мама всегда делала. Я похож на твою маму. Просто харе. Все. Приколист. Всем сбор. Давай. Инструмент. Инструмент. Вот твой долбанный инструмент. Инструмент. Да. Так. Так, обыскать каждого после этого. Понятно. А вот это значит, что меня видят заключенные, а это значит, что меня видят другие надзиратели. Обыскать надо. Запрещенка, гвозди взял. Я сообщу об этом. Нет, нет, пожалуйста, не сообщай об этом. И ты же сообщил о том, что я в Age of Empires что-то не так сделал. Ха-ха-ха.
Я просто прикалываюсь, если чё, а тут подумаешь, что я там реальный. Так. Чё-то он меня попросил, а чё я у него нашёл-то, я даже не понял. Не, я конфискую, нафиг меня эти. Со мной эта штучка не прокатит. Я честный. Батончик оставь. За мной. Тихо, а то у меня тут морковка. Нифига себе у них тут морковка. А что они с ним делают? Так, пойди в комнату этого и поговори с охранной комнату брифинга. Все закончено. Да. Так, первый день. Ага. Продолжить. Видимо, второй день. Ну, понятно. В общем, тут, видимо, могут быть еще бунты, еще какая-то фигня. В общем, пишите в комментах, как вам игра. Посмотрю еще на релизе русский язык добавят. Может, еще контент какой-то, баги исправят и так далее. Вот. Если что, юмор, все не в обиде. Все, кулачки сжали. Лайки прожали. Спасибо тебе. Пока-пока.